Здравствуйте. Утром 10 апреля в Невинном из Ставропольского края на железнодорожных путях произошло ДТП с летальным исходом. 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, подъезжая к железнодорожному переезду без шлагбаума, проигнорировал предупреждающий сигнал семафора и попал под электричку, которая не успела затормозить и протащила его автомобиль на 150 метров по рельсам. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте произошедшего. В салоне автомобиля находилась мать водителя. Женщину с различными травмами доставили в больницу. Другие участники аварии не пострадали. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 9 апреля 2022 года на российских автодорогах зарегистрировано 237 случаев ДТП. В них погибли 18 человек, двое из них оказались дети. Различные травмы получили 301 человек, 42 из них – дети. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!